Сегодня в нашу редакцию позвонил Кировчанин, который представился Вячеславом Павловичем и пригласил Оксану Стяжкину на променад. Мы подумали, что Оксана Стяжкина и наконец-то наладится что-либо в личной жизни. Но нет, Оксане Стяжкиной Вячеслав Павлович показывал фекалии. Сегодня Вячеслав Павлович пригласил меня на улицу Ключевую, 25А, но не на свидание, а чтобы показать... Как мы тонем от канализации. По словам мужчины, тонут от канализации всем домом уже около 2 лет. Теперь это подмывает фундамент дома и течет уже на улицу. Летом запах невыносимый, сейчас все, плывем, и никто ничего не делает. Вы как будто в Венеции живете. Да-да. Только канализационный. Как оказалось, эта картина еще не самая страшная. Гораздо страшнее то, что находится под досочкой. Это вот что, канализация? Да, с того и с нашего полная. Но и это еще не все. Теперь Вячеслав Павлович показал нам, что творится на входе в подвал. А туда уж я вас не приглашаю. Туда, знаете... Что это такое? Фекалии с канализацией. ЖКО не делает, звоним. ЖКО 19, Михаил Анатольевич. Я ему звоню. Это кто? Это директор ЖКО. Он говорит, приедет. Слесарю посылал при мне. Я и со слесарем говорил. Я говорю, ты сделай там. Бесполезно. То есть 2 года говорят, что приедут? Да. И в итоге? В итоге, вот видите сами. Мы сами решили позвонить директору ЖЭК номер 19, чтобы узнать, когда планируют решить эту проблему. Не дождавшись ответа от директора, мы позвонили слесарю. Тут разговор и еще короче, чем с директором. Да. Вот так вот. Раз уж нам сегодня не удалось дозвониться ни до директора, ни до сотрудников ЖКХ номер 19, мы очень надеемся, что они увидят этот сюжет и как можно скорее постараются решить проблему дома номер 25А по улице Ключевой. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей».